Даду-79 представляет. Представители правящей партии, в том числе Никол Пашинян, всегда говорят, что в части Армении есть села или территории, принадлежащие историческому Азербайджану. Об этом Артур Ванецян, лидер фракции «Честь имею» Национального собрания и лидер партии «Родина», заявила на пресс-конференции на площади Свободы. «Я не понимаю блеска ума человека, делающего такое выражение. Вы видели, чтобы кто-нибудь в Азербайджане сказал, что один квадратный метр земли принадлежит армянам?» В результате этих заявлений представители его правительства Никола Пашиняна дают право Азербайджану говорить о том, что разграничение и делимитация должны производиться по непонятным картам, с которыми Ереван и Зангезур являются историческими территориями Азербайджана. После этого наш МИД делает полушутливое заявление, сказал Артур Ванецян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.